Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который мы задают. С мужчиной возникли романтические отношения, после он должен был получить должность на моей работе, должность начальника. Я ему помогал во всем, он переживал, чтобы меня не уволили, но должность не занял. Я пошла за него, не смогла как бы в чем-то уступить, видимо, отношения ухудшились на работе. Ну, я бы сказал здесь, что вот первая ваша ошибка заключается в том, что вы смешиваете профессионально и лично. Вот. То есть, это вы делаете, ну, категорически не стоит. То есть категорически не стоит смешивать профессионально и лично, ну, вот, именно по той простой причине, что этот тип взаимодействия, ну, между людьми, в смысле, ну, профессионально, и тип взаимодействия личностный, вот, он достаточно, вот, ну, достаточно плохо сочетается друг с другом. То есть, если у вас с мужчиной, как вы говорите, романтические отношения, вот, то это хорошо и здорово, что отношения у вас с ним романтическое. Вот. Но, на мой взгляд, вот то, что вы помогали ему по работе, потом, естественно, не смогли где-то уступить, вот. То есть, опять же, нужно понимать, что подобное совершенно нормально, вот. Но не так легко уступать в рабочих вопросах, да, ну, вообще, вот, порой даже сложнее уступать в рабочих вопросах, вот, нежели чем в личных, вот, потому что там вопрос касается практически всегда того, что называется коммерцией, да, того, что называется обязательствами, точнее, перед другими людьми и так далее. Вот. То есть тут вы, ну вот, как бы, как мне кажется, конечно, сделали ошибку здесь вы. Вот. Я не знаю, насколько эта ошибка критическая, но ошибка. Так, отношения ухудшились на работе. Ну, опять же, да, вот как бы, что значит? Что значит отношения ухудшились на работе? Отношения же строят, ну, два человека, правильно? Вот. Если отношения ухудшились, значит, вероятно, ну, вы приложили к этому руку тоже, в какой-то степени. Ну, вот, ну, как бы надо бы это, этот момент прояснить. Вот. Что сделал мужчина, чтобы отношения ухудшились? Что сделали вы? Да? Вот.
Как вы общались с мужчиной, ну, в этом смысле, как он общался с вами? Меня немножко смущает, меня немножко смущает фраза «романтические отношения». То есть, что есть романтические отношения в вашем понимании? Потому что в моем понимании романтические отношения возникают на определенном этапе, когда человек уже знает, что за ним перед что перед ним за личность. Вот. Соответственно, можете ли вы сказать, что личность мужчины, да, его интересы вас как-то вот интересуют? Что вы знаете личность мужчины, знаете, какой он человек? А какие у него интересы, и что общего между вами. Вот. Потому что пока что, ну вот, к сожалению, я бы сказал, к сожалению, да, у меня не складывается такого, ну, такого впечатления, что вы как-то хорошо друг друга знаете. Вот. То есть вы общались как мужчина и женщина, ну вот, ну, которые вот как бы понравились друг другу, ну это вот, в данном случае, к сожалению, ничего не значит. Вот. С учетом того, что по итогу мужчина вот поступил так, как поступил. Вот. С учетом того, что у мужчины к вам обиды появились. То есть о чем, как бы, говорят обиды? Если обиды есть, о чем они говорят? Об ожиданиях. То есть если я обижаю, значит у меня к тебе есть определенные ожидания, которые ты не оправдываешь. А это значит, что, как бы, ну что, я тебя не знаю. Не знаю, какой ты человек, не знаю. Грубо говоря, что у тебя за ценности и так далее. Вот. Возможно. Дело все в том, что вы изначально как-то вот, вы изначально мужчину идеализировали слишком, возможно. Возможно, в этом дело. Вы его идеализировали, потому что, ну, вот, как-то думали связать с ним, вот, свою жизнь, да, и вот, при этом не особо, как бы, задумываясь о том, что нас связывает, вот. Ну, друг с другом. Вот. Есть ли вообще что-то, что нас связывает друг с другом? Понимаете, да? Примерный ход мысли.
Дальше, значит, ему сначала говорилось, что сказала сама, потом соврала, что выгнали, и предъявила именно претензии. И унизила по ходу. Унизила по ходу. А из какого чувства вы это делали? Ну, в смысле, не просто же так вы вот почему-то начали, ну, обманывать, да? Не просто же так вы начали, ну, вести себя вот таким образом. То есть мне кажется, что, ну, были у вас вполне себе основания для того, чтобы таким образом, ну, вести себя, вот. Или я не прав? То есть вот этот момент тоже очень важный. Вы, когда вот так себя вели, да? Вот. Вы чего хотели? Вы на что рассчитывали? Вот. Понимаете, то есть вот, ну, на это, пожалуйста, обратите свое внимание сейчас. Вот. Это помимо, скажем так, того момента, что, ну, вот мне, например, не совсем сейчас, очевидно, допустим, какой помощи вы хотите от нас, ну то есть вот конкретно, скажем так, от психологов, вот. То есть какой помощи вы хотите сейчас? Дальше. В течение всего периода времени он не знал о проблемах. Почему? В период с его незанятия должности до моего ухода были разговоры о браке. Когда я назвала его нехочучкой, что жениться не хочет, шутку, он мне наорал конкретно. Ну, мне кажется, что здесь речь больше про то, что вы на человека давили. Вот, что вам, ну вот, как-то, ну, что вам как-то нужно было, чтобы он на вас женился. Вот. И человек, наверное, ну вот, почувствовал, что вы хотите, чтобы он на вас женился. Опять же. А его личность, вот, вас не интересует. Ну вот, или интересует, да, но там постольку-поскольку. Вот. То есть, понимаете, какая штука? Вы вот спросите себя, вот вы говорите, что, ну, что пошутили, да? Вот. Вы говорите, что это шутка. Но ведь тут очевидно не только, ну, не про шутку речь, на мой взгляд. Тут очевидно идет речь о том, что вы хотели, вот, чтобы он на вас женился. Вам это, ну, важно было. Вот. Настолько важно, что вы даже вот свой вопрос, как бы, вот вы пишете, да, что после этого я предъявила претензии только по работе. Ну, после этого нельзя предъявлять претензии только по работе, потому что контекст уже другой. Сейчас не знаю, как исправить ситуацию. Он жениться был готов, а я, походу, наступила. Ну, непонятно, что вы имеете в виду. И непонятно, значит, за поддержку, в чем вы нас благодарите. Вот, вы определитесь, пожалуйста, с тем, к чему конкретно вы
стремитесь, чего конкретно вы хотите. Ну вот. И тогда уже можно будет о чем-то говорить. Ну, как мне это видится, по крайней мере, сейчас. А с точки зрения вот психологии, да, и с точки зрения психотерапии. То есть, ну, просто вот определитесь, что вам-то нужно. Вам человек сам нужен, дорог, ценен. Или вы просто замуж выйти хотите. Ну, вот. Каким образом вы с ним в этом смысле вообще, ну, познакомились, узнали друг друга и так далее. Вот. Уверены ли вы в том, что у вас, ну вот, много общего? То есть уверены ли вы в том, что у вас на самом, ну, на самом деле общие цели, взгляды, вот, и так далее. Если вы уже сейчас, как бы, ну вот, смешиваете все, да, вы смешиваете рабочее и личное, то уверены ли вы, что как-то вот, ну, в дальнейшем не будет, там, грубо говоря, ну, того же самого. Вот. То есть это вот те моменты, на которые вам нужно обратить внимание. А у меня сейчас есть такое ощущение, что вы просто вот боитесь, просто вот испугались, что, ну вот, как бы потеряли для себя шанс. Вот. Понимаете, как бы. То есть вот такое ощущение, что мужчине для вас это вот реально чуть ли не последний шанс. Ну, если это так, то я бы сказал, что, ну вот, в какой-то степени это серьезная проблема. Для вас и для того, чтобы выстраивать, ну, такие независимые отношения с человеком. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.